Всем здравствуйте, и сейчас я вам проведу небольшой тур по нашему английскому кампусу. Итак, мы заходим, и первое, что мы видим, это стена с нашими студентами, которые здесь когда-то учились, и с той стороны у нас французский отдел. И здесь несколько компьютеров, admin office, и там один класс, и здесь у нас наша рецепция, и наш хост Шеннон. Шеннон, say hello. Привет! Отлично! И это наша основная зона, где студенты могут отдохнуть, могут провести время, также пообедать. У нас есть кухня, холодильник, и здесь у нас наши маленькие lockers, которые, чтобы студенты могли положить некоторые вещи в них, машина для попкорна, немножко картин, которые тоже сделаны нашими студентами, и небольшая туристическая секция для тех, кто мало знает Оттаву и хочет узнать больше. Также, поскольку у нас каждую неделю есть activity, мы их обозначаем здесь на доске. И это один класс. И здесь нас наша небольшая библиотека с разными книгами, костюмы для наших plays. И также игры, несколько игр, и еще один класс. Так что вот так выглядит школа. И всем огромный привет!